погрязши в суете сует, и оказавшись вдруг на дне океана чувств, который тает, все чаще задаешь вопрос: а где? А где подвох нас поджидает? Уже и дня нельзя прожить без той капельки сомнения вопросом быть или не быть, заполненным мучением. И слезы льются через край неопытное волнение. Вопрос: а как же поступить, ты задаешь, хотя познать прощение. Ведь жизни много повидал, и много ты чего отдал, но лишь ты истину познал, как поступил друг твой провал. В предсмертном облике своем скажу я лишь одно: познайте истину вдвоем, и знай, что так предрешено.